Это мама Курамшина звонит. Скажите, пожалуйста, как его состояние? А температура? А давление? Ольга Колтунова звонит в ЕС-164-4 каждый день. В этой колонии отбывает срок ее сын, известный казахстанский правозащитник Вадим Курамшин. С 2010 года Курамшин отстаивал права заключенных, критиковал казахстанские власти за пытки в тюрьмах, а теперь и сам оказался в застенках. Уже после осуждения на 12 лет по сфабрикованному делу Курамшин стал лауреатом престижной премии имени Людовика Трарье. Сейчас ЕС-164-4 правозащитник подвергается давлению, издевательствам и избиением. Так руководство колонии мстит ему за критику и постоянные публикации в прессе. Содействовало извергам в погонах и председатель Координационного совета общественных наблюдательных комиссий Ардак Жанабилова, которая знала о ситуации с Курамшиным и фактически призывала зэков к расправе над ним. Вадим практически не спит и истощен до такой степени, что родные и близкие серьезно опасаются за его жизнь. А тут еще и голодовка. Со 2 июня объявил голодовку в знак протеста, потому что его там гнобят, администрация гнобит, настраивают заключенных против него, угрозы всякие ему и его жене, что все материалы Катя публикует. Правозащитник требует перевести его в другую колонию. После отказа от пищи Вадима Курамшина поместили в штрафной изолятор, где жарким летом температура близка к 0 градусов. Поместили в одной робе на голое тело, и мужчина серьезно заболел. Но сдаваться, пока его требования не выполнят, не намерен. Он потерял очень много веса, то есть да, за 5 дней он потерял около 5 килограмм. Это очень вообще ужасно, и мы очень сильно переживаем за него, потому как в его сегодняшнем состоянии, то есть при росте 179 сантиметров, он весит около 70 килограмм, а сейчас может быть уже и меньше, потому что да, прошли выходные, то есть неизвестно, что там было за 2 дня. При этом при всем ему запрещают звонить, то есть мы расцениваем это как целенаправленное давление со стороны администрации. Вечером 9 июня стало известно, что Вадима Курамшина готовят к этапу в лечебную зону в Семипалатинске. Правозащитник принял решение приостановить бессрочную голодовку. Но если перевода не состоится, Вадим снова откажется от пищи. Известный во всем мире правозащитник не привык отступать перед трудностями и привык добиваться справедливости, пусть даже такими радикальными мерами.